заслуженные награды и слова благодарности. 16 июня в Беларуси – День медицинского работника. Эта профессия в Брестской области объединила свыше 43 тысяч специалистов самых разных профилей. Все они ежедневно стоят на страже здоровья людей. Накануне профессионального праздника в Первом регионе чествуют те, кто посвятил свою жизнь этому нелегкому труду. Валерия Гальперина продолжит. Анна Калина, заведующая отделением клинической лабораторной диагностики Брестской областной клинической больницы. В лице руководителя отделения получила переходящую награду. Ежегодно по традиции в канун Дня медика такие вручают трем отличившимся подразделениям клиники. Всегда очень трепетно получить данную награду, потому что данная награда является признанием того, что отделение лучшее, и оно хорошо поработало в этом году. В нашем отделении и в больнице произошли прорывные изменения, мы полностью перестроили работу, мы внедрили новейшие информационные технологии. Мы не только оптимизировали свою работу, мы оптимизировали работу в больнице, и самое главное, мы улучшили качество оказания медицинской помощи. Брестская область традиционно один из лидеров Беларуси по оказанию медицинской помощи. За результатом труд каждого специалиста в зале лучший из лучших. Накануне праздника им слова благодарности и заслуженные награды. Это очень приятно, когда твоя работа оценивается, видна. Хотя, конечно, мы работаем не для этого, но тем не менее очень приятно. В нашем коллективе работают лучшие медики области. Поэтому будем и дальше держать первенство в этом плане и оказывать посильную помощь, сложную, высокотехнологичную на нашем уровне. Люди этой многогранной профессии оказываются в медицине не случайно. Каждый идет сюда по зову сердца. Благородный труд специалистов, которые ежедневно несут ответственность за судьбы людей, отметили и в Брестском областном онкологическом диспансере. Мы помогаем людям, которые имеют определенные заболевания, которые не только физически тяжело переносятся, но и в моральном духе. Поэтому от нас требуется выдержка, профессионализм, чего, как мне кажется, я уверен в этом, в нашем коллективе достаточно. Не только в канун предстоящего праздника, но и каждый день хочется и нужно выражать огромную благодарность всему нашему персоналу, который неустанно и тяжело работает на благо наших же жителей, наших пациентов. На перегонки со смертью – это про них. Медицинские работники ежедневно борются за жизни своих пациентов. Для многих, будь это врач, медсестра или младший медицинский персонал – это дело всей жизни. Вы себе даже не можете представить, насколько приятно видеть свои плоды, когда наши пациенты выздоравливают, когда им перестает болеть. Они входят в стадию длительной и стойкой ремиссии. И особенно приятно, когда спустя какое-то время они приходят и показываются, как они выглядят. Я очень рада сюда попасть. Несмотря на все трудности, которые я прошла и с которыми мы боремся, я счастлива, что я попала сюда. Это была моя первая награда, и мне очень приятно ее получить сегодня. Супергерои в белых халатах, иначе их не назвать. И вся их работа для того, чтобы каждый человек в Беларуси был здоров. Валерия Гальперина, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».